конце марта в стране стартовал интернет-проект «Россия-10». Каждый регион на суд общественности представил 10 памятников природы и архитектуры. Голосование должно определить, какие исторические объекты пользуются особой популярностью. Наш регион представлен 6 древними архитектурными сооружениями. Замечательный проект. Цель этого проекта – это все-таки поддержание интереса и граждан, и к объектам культурного наследия, к памятникам природы и, конечно, и развитие туризма, как внутреннего туризма, так и внешнего туризма. Щедровская палатка – самое древнее каменное здание в областном центре. Свято-Никола-Тихонов монастырь в Лухе – прекрасный образец самобытного творчества. Никола-Шартомский монастырь – легенда Шуи. Колокольня Воскресенского собора – вторая по высоте звонится в стране. Все эти прекрасные сооружения формируют культурный облик нашего региона, то есть самого сердца Центрального федерального округа. С точки зрения воспитания любви к малой родине, наверное, польза от этого есть. И то, что Ивановская область в этом участвует, так она и должна участвовать, потому что нам на самом деле есть чем гордиться. Список памятников архитектуры для голосования не формировали в Департаменте культуры, не корректировали в правительстве. Поэтому в конкурсе большинство культовых сооружений и нет памятников конструктивизма, которыми так славится родина Первого Совета. За счет утраты объективности список не становится менее интересным. Любое участие только идет на пользу. И кто в этом сомневается, ну, я думаю, наверное, человек не совсем дальновидный. Ну и хорошо, что, скажем, люди сами выдвигали эти объекты. Видимо, они на слуху, отстояли, что называется, прошли проверку временем. Конкурс состоит из 3 этапов. В следующий тур попадут всего 10 объектов из каждого федерального округа. Чтобы увидеть Ивановскую область в этом топ-листе, необходимо ежедневно голосовать. Я уверен, что это достаточно положительное дело, которое может дать качественный скачок в плане внутреннего туризма. То есть это будет людям понятно, какие есть объекты, по которым можно приезжать, в знаковые объекты, символизирующие Россию. Иваново в конкурсе «Россия-10» далеко не в фаворитах. Сложно угнаться за столичными памятниками, широко известными по всей стране. Пока в голосовании нашего региона лидирует колокольня в Шуе. 5000 голосов, всего 1%. Но это тот самый случай, когда важна не только победа в конкурсе, но и участие в нем. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.